В ангарские сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором погибла женщина. По информации региональной пресс-службы МВД, 40-летний водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества УАЗу, который ехал по главной дороге. В результате столкновения пассажир машины УАЗ скончался на месте по прибытии экспедиции скорой помощи. Водитель автомашины УАЗ. 69-летняя пассажирка УАЗа погибла на месте. В настоящее время полицейские устанавливают причины и условия произошедшего.